Моя бабушка, Белякова Тамара Константиновна, ребенок войны. Она родилась 12 марта 1937 года. Когда началась война, ей не было и 5 лет. Но она отчетливо помнит, с какой гордостью она смотрела на своего отца, когда тот уходил на войну, защищать свою страну и родину. К сожалению, они успели получить от него всего несколько писем, и он пропал без вести. И только спустя много лет они узнали о том, что он похоронен в братской могиле под Истрой. Бабушка с дрожью в голосе вспоминает о том, как на них нападали немецкие самолеты и бомбили ее деревню. А она вместе со своими братьями пряталась под кроватью в надежде на то, что они выживут. После очередного налета бабушкина мама решила отправить детей в соседний поселок к родственникам. И когда они ехали на тележке по полю, на них напал немецкий самолет и стал их расстреливать. Им было некуда деться, и они спрятались под тележкой, а дедушка, который вез их, накрыл их своим телом. Она до сих пор не понимает, каким чудом они тогда спаслись. Несмотря на все военные и послевоенные трудности, моя бабушка выросла хорошим, добрым человеком, настоящей труженицей. И когда случаются какие-то неприятности, она говорит: «Ничего страшного, главное, чтобы не было войны».